Всем привет! Свои видео в YouTube я снимаю видеокамерой Samsung. Samsung F90. Покупал ее в июне месяце этого года. И вот во время съемок эта камера сломалась. Первое, что произошло, это дня через два, наверное, перестал открываться вот затвор объектива. Открываться, закрываться. Вот сейчас он открыт, но он не двигается никуда. И вот пару дней назад во время съемок перестал работать жидкокристаллический дисплей. Она снимает, я пробовал, да, скидывал изображение на компьютер, и все работает, просто я не вижу, что я снимаю. Я начал переживать и думать, все-таки камера на гарантии, покупал ее в магазине «Розетка», обратился в магазин «Розетка», кому интересно. Я, в принципе, не ожидал такой реакции. Проблем с гарантийным ремонтом абсолютно от этого интернет-магазина не возникло никаких. Они сразу же, в тот же день, прямо мне ответили на письмо, дали все координаты, куда отправить видеокамеру. Их представитель принимает ее, гарантийный ремонт они производят в течение 28 дней. И даже у меня мысль была такая, что возможно, может быть, сдать, поменять камеру. Пусть эта камера остается, потому что все-таки снимает она неплохо. Но дело в том, что во время съемок, особенно когда при работе декоративных штукатурок, качество изображения и резкость изображения недостаточно. Вот это срабатывание автофокуса, когда сама декоративная штукатурка вся блестит, переливается, недостаточно оно срабатывает и недостаточно показывает. Поэтому я снимал все время и выключал режим стабилизации, и тогда получалось более-менее качественное видео. И вот эту вот камеру теперь я отправлю в ремонт. Последнюю работу пришлось мне, я завтра вам выложу, доделывать на фотоаппарате. Немножко жаль, конечно, качество потерялось, потому что фотоаппарат старый, там Olympus цифровой, понятно. Вот, а вот эту камеру отправлю в ремонт и думаю, что уже после Нового года я ее получу обратно. За что, кстати, и сотрудникам магазина «Розетка» большое спасибо. Но вот эта вот камера Samsung стоит $170, я тогда покупал, сейчас она немножко дешевле. В связи с тем, что качество изображения меня не устраивало, особенно съемка в режиме низкой освещенности, там ванная комната, да, или вечером, когда недостаточно освещения, потому что я же работаю, я же не снимаю там просто так видео, да? То есть не ношу с собой дополнительное освещение и так далее. И поэтому я решил себе купить другую камеру. Я очень долго выбирал в интернете, смотрел там качество изображения, как она снимает вечером, да? И возможность подключения выносного микрофона, потому что видно на видео, да? Когда идет вот это эхо, здесь подключить выносной микрофон нельзя. И на этом я остановился, и поразило мне видео с луной, когда снимали видеокамеры, видно кратеры, все. И я выбрал видеокамеру Panasonic V710, заказал ее через интернет. Заказ уже в магазин мне «Розетка» отправил. И я думаю, наверное, завтра, послезавтра он уже придет к нам в город. Я получу и буду дальше снимать свои видео. Работу, которую я сейчас сделал, я ее всю не снял. Я ее вам выложу, покажу. Но думаю, уже следующее видео буду снимать на более достойную, более лучшую камеру Panasonic V710. Спасибо за просмотр. До новых видео. До свидания.